Не знаю, видно, нет, но личинка злаковой. Злаковой мухи какой-нибудь. У основания стебля, то есть она прогрызает, повреждает центральный стебель, она двигается. Конечно, ей не нравится, что я вскрыл ее домик. Но все равно, какие повреждения, вот такие вот повреждения характерны для то есть признаки повреждения характерны для таких злаковых мух. Это вот нормально, когда начинает высыхать центральный листья центрального стебля или желтеть. Ну, позже, конечно, не высыхает, потому что нет питания. Перекрывается доступ, обрывается этой, получается, личинкой. И вот такие вот, получается, признаки повреждения. Листочки сохнут, увядает центральный стебель. А боковые вроде бы развиваются, ну и вот, то есть характерные такие вот признаки, вот то же самое. На яровой пшенице, в данный момент это яровая пшеница. Как с этим бороться? Ну, желательно, даже не желательно, а как бы вот обязательно протравливать семена инсектицидом. Это такой момент важный. Даже здесь вот у нас эту протравки так настолько не хватило. Здесь семена были протравлены. И медоклопридом, но 100% удержать злаковых мух не получилось. Так что бывают такие вот проблемы тоже.